Престижное трудоустройство. 9 курсантов морского училища номер 3 Одесской юридической академии отправились в Киев для прохождения производственной практики на государственном предприятии «Антонов». При поддержке президента университета Сергея Кивалова администрация училища заключила долгосрочный договор о дальнейшем сотрудничестве учебного заведения и авиазавода. Это взаимовыгодное сотрудничество в стране, острый дефицит людей, что называется, с руками. И подразделение Юракадемии готово подставить партнерское плечо флагману отечественного авиастроения. Как проходят первые рабочие дни студентов морского училища номер 3 на заводе «Антонов», узнавала наша съемочная группа. Флагман отечественного авиастроения. Государственное предприятие «Антонов» с рабочим визитом посетил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Цель министерской поездки – проконтролировать, как выполняется президентская программа развития профессионально-технического образования. Украина в последние годы нуждается в профессионалах, людей, что называется, с руками. Молодежь уезжает работать за границу, поэтому президентская программа под контролем министра вводится крайне своевременно. В преддверии визита на предприятие Сергей Шкарлет встретился с руководством завода, а также президентом Национального университета Одесская юридическая академия Сергеем Киваловым, в структуру которого входит морское училище номер 3. Училище уже давно готовит специалистов, навыки и умения которых обязательно пригодятся при конструировании новой техники. Сьогодні це золоті роки України, які саме і творять виробництво, творять той реальний продукт, роблять реальний вклад в економіку держави. Те, що збереглися ці професійно-технічні училища, які сьогодні є в структурі Національного університету Одеська юридична академія, це безумовно був далекоглядний такий крок, і мені здається, що от дуже перспективність підтримки і розвитку профтехосвіти була ще розглядена Сергієм Васильовичем Кивалом ще далеко-далеко тому, 24 роки тому. І ті результати, які сьогодні в рамках підтримки програми президента, в рамках відтворення державного, великого державного авіаційного замовлення, і показали саме правильний крок щодо збереження і підтримки профтехосвіти, який був далеко-далеко тому зроблений в Національному університеті Одеської юридичної академії. Виявилось, що токарей не можуть знайти в Україні. Ніхто сьогодні практично не готовить квалифицированных токарей, которые смогут работать на государственном предприятии «Антонов». И вы знаете, министр предложил и говорит, давайте посмотрим. А мы как раз готовим таких специалистов. Мы, как социальный проект, сохранили его еще с 2000-х годов. И я, знаете, увидел со стороны министра, нашего министра образования и науки Сергея Николаевича Шкарлета, государственный подход. Он говорит, давайте будем поддерживать производство, давайте всех, кто может и чем может, нужно оказывать реальную помощь, потому что завод «Антонов» – это флагман нашего производства, это гордость нашей страны. Вы знаете, вот мы откликнулись именно на это и направили уже токарей, которые проходят сегодня практику на заводе «Антонов». Мне было очень приятно, что месяца полтора назад к нас посетил президент юридической академии Кивалов. Вот, и мы познакомились с Сергеем Васильевичем, который на меня произвел очень хорошее впечатление как человек, как ученый и как организатор, который понимает государственные задачи. И вдруг для меня он сделал открытие, что, оказывается, у него в подчинении есть профтехучилище, которое готовит токарей, фрезеровщика, рабочие специальности для кораблестроителей и так далее. Так почему я ему задал, Сергей Васильевич, так может быть поделимся, хватит эти на корабли, так сказать, готовить специалистов? И на мое очень приятное удивление, он тут же сказал, будет. Буквально через неделю Сергей Васильевич позвонил и сказал, я готов вам направить 10 токарей. Две недели назад приехало 10 человек, молодых ребят, у которых глаза горят и горели при встрече о том, что они будут работать у нас на предприятии и производить детали для наших самолетов,
У нас было очень-очень на душе приятно, и я с большой благодарностью, пользуясь случаем, хочу передать Сергею Васильевичу большое спасибо. И я думаю, что это только начало нашего взаимного, как научного, как технического, так и взаимного сотрудничества в этом направлении. Чтобы отобрать десятку лучших для работы на авиационном заводе «Антонов», в морском училище номер 3 Одесской юридической академии был проведен конкурс среди учащихся третьего курса. Юноши изготавливали детали по чертежу с техническим процессом и точностью. Из 30 курсантов комиссия отобрала 10 лучших, которые уже приступили к работе на государственном предприятии «Антонов». Вражают контрасты. Контрасты тому, що ці молоді хлопці, вони хотіли і мріяли про море. Але сьогодні вони занурені в авіацію і окрім моря, вони занурені в небо. Нетиповий, здавалось би, для токарів заклад Національного університету Одеська юридична академія долучився до виконання програми президента підтримки авіаційної, авіабудівної галузі. Кроме того, предприятие заказало новую группу токарей, которые уже скоро прибудут в Киев. И согласно договору о дальнейшем сотрудничестве, планируется направлять следующие выпуски матросов-мотористов. Те, кто уже приступил к работе, делятся своими впечатлениями. Теперь будет соединение неба и моря. Завод хорошо принял, да? Да, очень гостеприимно все. Прекрасно. Коллектив классный. Родители как? Что родителям скажете? Думаю, классно совсем. Классно? Да. Прекрасно. Это у вас дуальное второй образование. Диплом. Сейчас получается как дуальное образование. Ну, мы сейчас получаем второй диплом. Первый мы уже закрыли. Прекрасно. Вам успехи, с вашими коллегами сейчас поговорим. Успехи вам. Значит, у меня такой вопрос, как директора завода. Вот я всегда вижу, на что человек способен. Вот видите ли, что они при вашем наставничестве... Получится хороший специалист, если можно, через какое время, вы видите, может вполне самостоятельно работать и делать самолеты для лучших самолетов мира под маркой «М». Ну, надо чуть подучиться им, конечно. Подучиться. Ну, полгода поработать, и будет все нормально. Курсантов морского училища номер 3 Одесской юридической академии разместили в комфортном общежитии, расположенном поблизости с заводом. Сразу же были решены вопросы бесплатного жилья и бесплатного питания. Сегодня они трудятся в 6 цехах. Дети другого города, которые здесь нету ни родителей, ни тех близких друзей, вот, то, конечно, я настроил и руководителей цехов, чтобы мы взяли их просто в теплое, так сказать, обечайку такую, чтобы помогать им. И они чувствовали, что они находятся как в родном доме. Вот. И это первое. Второе, что мне бросилось в глаза с первого дня знакомства, и, кстати, директору по кадрам Маевскому, что это ребята, которые хотят работать и хотят научиться работать и получить высококвалифицированную специальность токаря. Крайний раз я их вчера объезжал, все стоит за станком токарь, а другой токарь стоит за фрезерным станком вчера. И он фрезерует, а ты как? А я и это умею. То есть дети все попались, на удивление. Отлично. Это и не все еще. А выпуск-то ведь в июне. Они поедут в июне, защитят диссертацию токаря и обещают из этих 30 чуть ли не всех отдать или сколько там получится. Сказали то, что если тут проработать хорошее время, получить стаж, можно получить жилье, можно повысить разряд, квалификацию свою. Тоже во всем есть свои перспективы. Мои родители гордятся мной, я горжусь тем, что я попал на ДП «Антонова». Работать на этом предприятии очень классно. Очень большую ответственность мы почувствовали. Масштабы эти, киевскую гостеприимность мы почувствовали, когда приехали сюда. Отлично, коллектив помогает во всем. Если что-то непонятно, помогают, рассказывают. Показывают. Мы детали изготавливаем: болт, гайка, штуцера. Пока знакомимся, не сильно сложное. Молодые люди работают с наставниками, с опытными профессионалами, которые помогают курсантам по всем вопросам. Это мастера-кураторы Степан Мартынюк и Александр Мищенко. В частности, Степан Мартынюк отдал предприятию 40 лет профессиональной жизни. Учеников выпустил очень много. Были хорошие и плохие. Кто хотел работать, то работал, кто не хотел, развернулся и уходят. Но не знаю, как эти хлопчики покажут. У меня попал самый маленький, Максимка.
Ну, постараемся его что-то научить. Это хорошая тенденция, конечно. Дает перспективу нашему, нашему заводу. Будут новые у нас сотрудники, новые пополнения. Будет замена старым кадрам. Ну, и пускай они работают, учатся и так дальше. Пускай нас поддерживает наш завод, нашу работу, наш цех. Это поддерживает авиастроение в нашей Украине. У нас на заводе есть разные производства: заготовительные, механосборочные цеха и агрегатные цеха. Мы один из основных механосборочных цехов. Детали мы делаем: точение, фрезерование, кронштейны, кницы, болты, гайки, разные патрубки, фланцы. Также есть еще сборочный участок, на котором мы собираем разную продукцию. Это даже кресла летчиков, кресла пассажиров мы собираем, в зависимости от типа самолетов. В новом учебном году на базе морского училища номер 3 планируют открыть новые востребованные рабочие специальности. Вопрос с оборудованием и материально-технической базой для подготовки будущих фрезеровщиков и других специалистов решается уже сегодня. Практически каждые 5-10 лет меняется станочный парк на более современный и так далее. Мы выезжаем вот этот год, последующие 3 года, мы заняли очень серьезную модернизацию нашего парка станочного, так называемый, делаем техническое перевооружение. Хотя это оборудование, оно на достаточно высоком техническом уровне. И оно, конечно, вполне может быть пригодиться для профтехучилища моего друга теперь у Кивалова. Вот. Я ему с удовольствием передам с баланса на баланс любой станок, который он покажет, потому что своим вкладом в том, что он дал нам специалистов, я хоть чем-то могу отблагодарить его. Начнем со станком, а там люди могут быть чем-то больше. Є велика співпраця з Європейським Союзом щодо підтримки розвитку профтехосвіти. І саме Україна в співпраці з міжнародними партнерами, наповнюючи зміст освіти новими технологіями, новим обладнанням, дозволяє суттєво підвищити якість цих професійних кадрів, золотих рук, як їх сьогодні називають, і в цьому робити певний крок в розвиток економіки нашої держави. І урядом України вчора була затверджена державна цільова програма розвитку підтримки профтехосвіти. Профессиональные достижения сверстников – стимул для курсантов морского училища номер 3 Одесской юридической академии учиться и оттачивать свое мастерство еще усерднее. Престижное трудоустройство на госпредприятии, которое специализируется на авиастроительстве. Что это, как не работа мечты? Это действительно не то, что знаково, это стратегически важно как для жизни училища, так и в будущем для трудоустройства ребят, для их реализации, для того, чтобы они смогли применить свои навыки на практике. ДП «Антонов» – это предприятие государственной важности, стратегическое, даже в некотором роде секретное, с лучшим оборудованием, с неимоверными возможностями, с потенциалом огромным. Благодаря такому сотрудничеству мы заключили договор о прохождении практики наших курсантов. И плюс к этому ко всему мы еще будем иметь возможность открывать новые специальности на заводах Украины, и не только на ДП «Антонова», но в общем на заводах Украины требуются и слесаря, и фрезеровщики. Это тоже хорошая перспектива и тоже хорошая в будущем заработная плата. Хочу я стать токарем, пришел в это училище, потому что был мой дед, дядя. Все они посоветовали это училище, сказали, оно было 14 или какое-то. Сказали, хорошее училище, сказали, здесь выпускают отличных токарей. Я пошел по их стопам, все они ходят сейчас в рейс, хорошие, получают деньги. Горжусь теми, кто пошел сейчас на авиазавод. Они молодцы, они лучшие, конечно. Я понимаю, что я хочу достичь их уровня, чтобы попасть тоже туда. Ну вот цех вы видите, какой у нас. Хороший, чистый, оборудование стоит 53-го года. Ну оно крутится, вращается все, все работает, на нем можно работать. Любой мальчик, который приходит после школы сегодня, вот они, первый курс стоят, второй курс стоят, третий курс стоит уже, они умеют работать на станках, они научились. Вместе с тем ГП «Антонов» нуждается в высококвалифицированных юристах. Именно поэтому в ближайшее время выпускники Национального университета Одесская юридическая академия будут направлены на работу в юридический департамент государственного предприятия стратегического значения. Я убежден, что сколько мы будем работать, сколько мы будем жить, эта дружба будет не только личная, а вот еще
совместно созданы для, как и для подготовки кадров, как и подготовка, так сказать, специалистов. Ведь я не буду скрывать, я уже даже думаю, почему нам не брать лучших юристов к нам на завод, а нам надо юристы. Вот. Поэтому мы на эту тему будем с Сергеем Васильевичем говорить. Сегодня перед предприятием стоят ответственные задачи. Получен заказ на производство самолетов для Министерства обороны Украины, а также ГСЧС. Уже много лет бороздят небесные просторы, гордость украинского самолетостроения, гигантские грузовики «Мрия» и «Руслан». Необходимо соответствовать традициям. Эффективнее всего это делать, когда за спиной мощный кадровый потенциал. Мы в этом году очень интенсивно готовим 3 самолета для Министерства обороны Украины. Мы в этом году будем выкатывать практически новый самолет Ан-178 для начала летных испытаний. Мы в этом году практически уже подписали контракт с МЧС Украины по производству так называемого самолета пожарников Ан-32П. Вот. Мы в этом году открыли, так сказать, новое направление по перспективе будущих завтрашних самолетов. В том числе мы работаем над новыми энергоносителями, так называемыми на водородном топливе. И коллектив завода видел, что есть потенциал научный, вот, очень воодушевлен. Когда президент подписал здесь контракт на 3 самолета для вооруженных сил и поставил задачу тут же на этой встрече у нас в декабре, что необходимо заняться подготовкой авиационных кадров. Сразу это стало резонансом для всего, для всей страны, и люди к нам пошли. Начали возвращаться те, кто поувольнялись 3-4 года назад, потому что работы не было, зарплаты не было, кто куда ушел. И мы заинтересовались людях. Сегодня ту задачу, которую мы имеем перед предприятием, мы этим составом выполним. Мы выполним, мы справимся, но мы же думаем о будущем. Поскольку если эти 3-4 самолета взлетят, потому что первый 1-1 это наш самолет и 3 для вооруженных сил, то вокруг этого всего идут разговоры, что вот мы закажем. И таких разговоров примерно на 25 самолетов. Министр подчеркивает, это реальный пример дуального образования между Национальным университетом, Одесская юридическая академия и госпредприятием «Антонов». Сергей Шкарлет отметил, что каждый раз, посещая завод, его поражает настроение коллектива и условия, созданные для рабочих профессий и инженерно-технических кадров. Помимо внедрения высоких инженерных стандартов, первостепенную роль занимает социальная защита работников. Здесь царит главный принцип – человек во главе угла. А на сегодняшний день коллектив предприятия составляет более 9,5 тисяч работников. Я вдячний підприємству «Антонов» за підтримку і долучення до реальних засад дуальної освіти в професійно-технічній освіті України. І що саме ці молоді хлопці, вже занурюючись в реальний виробничий процес, виходять звідси, мають можливість вийти звідси фахівцями найвищого ґатунку. Котре, відвідуючи ДП «Антонов», відчуваю гордість за підприємство, за країну. Відчуваю гордість в тому, що ми долучені до виконання програми президента щодо розвитку авіабудівної галузі і підтримки і розвитку професійно-технічної освіти України. Я впевнений, що саме такими діями і такою співпрацею держава Україна відбувається і відбудеться. Слава Україні! Сегодня поддержка рабочих специальностей в стране – главный залог процветающей экономики. Кстати, Сергей Шкарлет уже не в первый раз посещает госпредприятие «Антонов». Диалог с заводом налажен. Возникающие вопросы у промышленников решаются. Кроме того, руководство ГП «Антонов» отмечает, что необходимо обратить внимание на подготовку преподавателей инженерно-технических и рабочих специальностей. Это должны быть люди, изнутри понимающие все процессы и имеющие практический опыт. И в этом вопросе министр образования и науки Украины также оказывает полную поддержку. Мы и здесь с министром высшего образования нашли общий язык. Он даст команду техническим вузам, значит, делать переподготовку, повышение квалификации преподавателей по техническим направлениям на базе нашего завода, на базе Днепропетровского завода «Южмаш», Харьковского завода «ФЭД». Вот сегодня мы обсуждали такие вопросы и другие заводы, танкового, харьковского и так далее, о том, чтобы можно было. Дальше. Шкарлет меня тоже приятно поразил своим знанием, пониманием организационно-технических проблем, которые стоят в авиационной промышленности. Он, оказывается,
работал и закончил Киевский политехнический институт. Он сам по образованию инженер. Он прекрасно понимает террористические операции, которые, так сказать, необходимы при производстве самолетов и так далее. Поэтому тот, что он сегодня второй раз посетил, и у нас с ним была продолжительная беседа по вопросу подготовки не только рабочих профессий, а инженерно-технических рабочих, инженерно-технических, где мы ставим вопрос о подготовке технологов, металлургов, прочнистов, термистов, инженеров, вот, сварщиков. Ведь этих специальностей сейчас очень большой дефицит. И министр Шкарлетт заверил, что он особо возьмет под контроль подготовку таких специалистов. На госпредприятии высоко оценили роль президента Одесской юридической академии и его команды в сохранении профессионально-технического образования в Украине. Если бы в свое время Сергей Кивалов не протянул руку помощи училищам, сегодня разговор о сотрудничестве с Антоновым был бы нереален. Особенно важно то, что подразделение Одесской юракадемии готовит специалистов, на которых в стране острый дефицит. Искусство руководителя – это предвидеть, уметь чувствовать завтрашний день на ближайшие 5-10, а лучше и 20-30 лет. Вот Сергей Васильевич относится к категории таких руководителей. Он, став руководить юридической академией, понял, что не только необходимы юристы, нужны и технические специалисты на том же самом, значит, морском флоте, в авиации там, и других направлениях. Поэтому очень мудро. Он принял решение дальновидное. Я таких руководителей, могу сказать, на пальце мужчина. Кивалов относится к таким глобальным, таким глыбам нашего государства, которое предвидит ту проблему, которую надо было решать, а не сегодня. Сегодня теперь его опыт могут подхватить многие, если у кого хватит здравого смысла. Но он первый взял направление, казалось бы, не свойственное юридической академии, взять себе профтехучилище и готовить тех специалистов, которые на сегодняшний день нет на Украине. Отметим, что Министерство образования и науки Украины разработало концепцию развития и популяризации профессионально-технического образования с тем, чтобы показать, что рабочие специальности сегодня крайне востребованы, высокооплачиваемые, а главное, государство поддерживает данное направление. И мы сегодня запускаем и в YouTube, и в TikTok целую низку промоуций, мы покажем их, ну, например, вот такого плану, показуємо промовції, і вони будуть і на телебаченнях, на каналі, в тіктоці, в ютубі, будуть створені саме реальні історії кращих випускників профтехосвіти, їх батьків. Государственное предприятие «Антонов» в мае этого года отметило 75-ю годовщину. Это были годы и важных профессиональных побед, и времена тяжелых испытаний. Сегодня не в последнюю очередь, благодаря взаимодействию с государственной властью, мы наблюдаем возрождение авиастроительства в стране. Пассажирские и грузовые перевозки, работа в системе Минобороны и ГСЧС. Самолеты серии АН снова захватывают небо над Украиной.